Типа корча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией. Как тебе наша березка, милый? Это которая в здоровенной стеклянной колбе? И что с ней? Она, как я, ждет своего героя, который растопит сковавшую ее стужу. Все, достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Сними перчатку, и мы навсегда будем вместе. Угу, хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть. Но не обращай на нее внимания. Она бессловесное дерево, совсем не такая, как я. Твою мать, почему ты не береза? Потому что без меня тебе было бы здесь одиноко. Да неужели?
поднимай, неси, кидай, словно ураган. Ни секунды передышки не давай врагам. Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Называешь вполне комфортной температурой. Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Ясно. Где-то должна быть бойлерная.
Похоже, еще немного, и котлы взорвутся. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые. Будем думать. Так, вот впускной раструб.
Бойлер раскален. Руками лучше не трогать. Надо как-то охладить его изнутри. Это криогенный элемент. Узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь бойлера. И где тут вход в трубу? Это мне что теперь? Эту фигню до бойлера вручную тащить? Осталось еще два. Да неужели? Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с березой. Вообще придумал. Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс мобилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная.
Товарищ майор, вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива она еще, ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать твари, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить суд. Немного ли чести? Вполне достаточно. Доктор Филатова – известный нейрохирург экстра-класса. Именно ей академик Сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе. Она не должна пострадать. Вам все понятно, товарищ майор? Учту. Если вы получили направление на номер, пожалуйста, обратитесь в центр тестирования. Вниз с расположением либо вдоль центральной оси машины, либо вдоль колёс с внутренней стороны. Центральная часть, в которую попадают снаряды, выполнена для отвода глаз. И сегодня это уже не особенно от наших заокеанских друзей. Видите ли, в ней практически ничего нет. А то, что есть, имеет малые размеры и защищено броней в несколько слоев. Живых экипажей у роботов нет. Все критически важные узлы вынесены назад и вниз, с расположением либо вдоль центральной оси машины, либо вдоль колёс с внутренней стороны. Центральная часть, в которую попадают снаряды, выполнена... Доступ разрешен. Майор, оружие или способности? Выберите желаемое действие.
хранения данных. Михалыч, я на обед. Вам что-нибудь захватить? Не надо мне ничего захватывать. Я в свое время до Берлина дошел и его захватывал. И до столовой дойду. Да не гундите вы, я же вам помочь хотел. А то опять всю пюрешку разберут, вы ворчать будете. Иди уже, я догоню, сказал. Еще и перегоню. Как скажете. Что за люди, а? Ну нет у меня ноги, что ж я и не человек уже. Как с детем маленьким. Сам дойду. Без всяких этих ваших послаблений. Не жалости мне надо, а уважения. Ну ничего. Скоро я вас всех обгонять буду. Чего предназначен термоцех? Тут происходят жиростойкие полимеры. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жиростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами кактации цереруса – кактус. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс.
После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Ну, хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась. Крас, что известно о девчонке Петровой? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Талантливый нейрохирург, ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатичная.
Что вот значит жарко? Жарко ему. К нам на Урал приезжай. До Соливара поработай хоть на полставочки, ядри твою вкачай. Вот где закаляется человек. А вот с цветочками своими сидит, жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Мы крокотовы. Мы ни жара, ни трудностей не боимся ни хрена. Нам хоть меч, хоть вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, не ной. Коллектив обновят, всяко легче будет. А кто ноет, тот говна не стоит. После войны проблема с курением населения встала особенно остро. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на табак. Совсем другое дело. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева быстро улучшается. Внимание сотрудников распределительного центра. Открыв доступ к цехам правого крыла. 104-557А. Двери заперты. Без подачи питания их не открыть. Не готов это слушать, простите. Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах, светлом будущем. Лежу тут который день, только об этом и думаю. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Как ты в коридоре оказался? Меня первым прибило. Лаборант номер 42. Я в обеденный перерыв за кофе пошел, а лаборант меня вдруг за шею. Я и хрустнул. Прямо тут. Что-то рассказать можешь? Как все начиналось? Быстро, неожиданно, очень кроваво. Пойми, тебе повезло. Это сейчас тут мало роботов. В первый день тут все было как в жужжащем улье. В каждом коридоре кто-то кричал или умирал, или
Все вместе. И где же теперь роботы? Да кто его знает? Разобрелись, наверное, по предприятию. Вот тут тоннелей сколько. Кого-то сумели остановить да вырубить. А кто-то, может, тебя поджидает за углом. Ты так спокоен? Так а чё? Я свое уже откричал, напсиховался. И сам в шоке проклятий орал. И напуганных видел, и умирающих. Особенно, знаешь, особенно пугались не те, кого роботы крошили, а те, кто видел, как я говорю, мертвый. Ты знаешь, почему так? Потому что это, мать твою, страшно говорить с покойником. А, почему говорю? Не знаю. Не знаю даже, рад ли этому обстоятельству. Да все равно. Знаешь, мне пора. Да, давай, пока. Какая-то ошибка. Сеченов должен был предвидеть. Не мог он этого не предвидеть. Нет, точно. Явно же, что ошибка какая-то. Напоминаю, что всему надлежит воздерживаться от обсуждения работы с семьей и товарищей, не состоящей ни на службе помощи. Сохранение данных. Выберите желаемое действие. Это еще что за дрянь? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Убийца? Просто прелестно. Лучше не привлекать внимание. Мы его уже... Витя, личная просьба. Комплекс «Павлов» увяз в исследованиях полимеров, им банально не хватает площадей. Сделай одолжение. Разместите там у себя небольшой отдел наблюдения за поведением животных в полимерном бульоне. Куда-нибудь в дальнее крыло. Секретность высокая. Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе. Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом магистраль проложим, как только Минфин одобрит. Заранее спасибо.
поздравляю с назначением, товарищ Золотухин. Пост заместителя начальника комплекса Вавилов – это большая ответственность. В наше время основной задачей является обеспечение советского народа продовольственным сырьем, что требует особого внимания. Но уже в ближайшем будущем первые значимые шаги человека в космос начнутся отсюда. Вам, как выдающемуся ботанику, предстоит руководить созданием целых систем растений, предназначенных для формирования и освоения поверхностей других планет. Мы с товарищем Сеченовым побеседовали, и мы оба очень рады, что вы с нами. Витя, пойми, мы не просто хотим засадить Луну кукурузой. Мы хотим сами надкусить яблочко на Марсе. Товарищ Золотухин, коллега, голубчик, мы с вами толком познакомиться еще не успели, но уверяю вас, стоит вам посетить наш театр под моим новым руководством, как имя режиссера Ласточкина запомнится вам навсегда. У меня к вам небольшая просьба. Можно ли нам каких-нибудь интересных цветочков ваших прислать? А то зелени маловато и хотелось бы экзотики, если вы понимаете, о чем я. Прошел слушок, что у вас там чуть ли не какие-то ползучие кустики появились. Так я бы взял десяток, чтобы высокопоставленных гостей подивить. С меня, разумеется, причитается. Всегда ваш Степан Ласточкин. О, спасатель, наконец-то. Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы сильно торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам, уже куча времени прошло, а ни тревоги, ни армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали. Они сначала разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда роботы-лаборанты вошли в кабинеты и встали за спину сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать начали, а как они медленно разбредались и шли к людям, словно на физкультуре, когда говорят разбиться на пары. Давно вы погибли? Не помню, но я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли, доступа не было. Началась стрельба. Шланги полезли отовсюду. Большинство убили в первые секунды. Очень быстро. Они либо пробивали голову, либо ломали шеи. Снова бутылки газировки открывали. Мы бросились сбежать, когда лаборантов Анасьева схватил. Солдаты рядом были. Хотели остановить. А тот только удивился и сказал. Я в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже мертвым. Мне жаль, но мы с этими уродами разберемся. Да не машины же виноваты, а люди. Либо случайно, либо специально. Но случайно такого не сделать. Помяните мои слова. Чтоб такое устроить, не один месяц работать надо. Хорошо. Как все кончится, за вами придут. Да мне уж все равно. Вы лучше постарайтесь, чтобы зараза или что уж там с роботами стало. Дальше по предприятию не пошло.